Ну вот эти веселки понятно, почему упали. У них там внутри проели стволы, проели стебли. Да, проели ножки, в смысле. Какие-то большие жуки черные. Иногда домой их приносим, потом выбрасываем, и не будем же мы их давить. Вот прогрызли, но они еще свежие довольно-таки. Веселки, две двойняшки. Потому что у них вот еще слизь такая. Как интересно. И мухи как жужжат, летают. Им нравится вот это вот вкусное зеленое. Зеленый вкусный налет. Для них вкусный. Он, который и пахнет на весь лес. В радиусе 20 сантиметров. Ой, 25 метров можно найти этот гриб. Все, а если мы нашли веселку, то можно найти и яйца. Но пока под листьями не видно яиц, но вполне могут быть. Сейчас осмотримся, может быть, и найдем. Яйца лучше, чем сами грибы.